Это вот сегодня у нас 15 июля. Ну, брат мой, у Игоря Владимировича тут вы сидеть не будете. Будьте очень осторожны, убери руки. Колоти, смотри осторожно. Солнышко восходит, готовится к крещению сегодня, там через час-полтора будет. Видишь, как помогают, натягивают. Здесь женское, мужское палатки, военные палатки. Это мне помогали воинские части, такие палатки давали. Дружбу иметь хорошо с большим начальством, с генералом. Он дал указание, мне огромные палатки привезли, метров по 15, наверное. Ну, танковые такие. Мы сразу их накрыли церковь, когда ничего еще не было. Шарик. Чего шарик? Мух-то сколько наловил тут, а? О-о-о. Да ну, конечно, ну, конечно. Вот он какой. Очень чистопородная дворняжка. По рисунку. Хвост, брови, все синхронно. Ну вот он, гляди. Я хочу, чтобы когда он погибнет где-то или как, забрать шкуру его, оставить на память. Ну что, Владимир, сгодился? Тоже тут суетиться что-то. Лишний никто не будет. Слава тебе, Господи. Одиннадцать целых 8 килограмма это весит. А вот это? Да. Хорошо. Аппетит нагоняет. Хороший аппетит, да, после нее. Ну, брат Алекс, чего тут только у нас не встретишь? Крот пришел тут под ноги. Юрий, холодно, нет? Нет, нет, все, слава Богу. А ты пример бери с этого моржа сибирского. Могу настолько интенсивно. Едва растает, только он уже плавает. Игорь Владимирович... Там у нас губа такая называется. Ну, видишь, я учился плавать, меня учили. И причем это жестко учили, не то что там. Полтора года курсы подводного пловца. Давайте. И два-три раза в неделю тренировки. И на каждой тренировке добивались того, что мы где-то полтора-два часа плавали, около 5 километров. Так, тут еще привезли мотоблок. О, 11,8 килограмма. Ножовка, топоры, колуны, три колуна, два топора. Армия настоящая. Вот, пила, колья. Ну, что скажешь. Это люди, которые знают, что они делают. Вячеслав показывает. Где бы вы были, братья, сегодня, кабы не потерявское торжество? И малые дети, все помогают. А, посмотри, новенькие, к крещению готовятся. А вот здесь у нас крест. О, в вышине в какой. А там крест упал.
Они его восстановили. Маленько наклоненный, неважно. Так, Вов, а это что куда тебе надо? Скажи. Не в Да хватит, а то потом не вытащить, надо же вытаскивать будет. Наклон надо больше давать, чтобы веревочка не соскочила. Она соскочит, тогда упадет вся палатка. Наклон надо делать очень большой, потому что вы вблизи. Если издалека бы было, она была одна. Не хватает палки. А теперь как вытаскивать? Вытащите его и оттяните подальше. Вот сюда вот. Прям по этому, по направлению. Еще так, дальше, дальше, дальше. Получается. Палка короткая. Она не может туда. Если ее она поднимает... Делайте, как говорит. Каждый год тут у нас расстилают их. Ну, каждый год всегда с этой... Всегда с этим сталкиваемся. Всегда. Вот эти короткие палки, они не хватают. То есть, если ты так натягиваешь, она поднимает... Так а здесь палочек-то нет разве? Есть, короткая она, короткая. Почему? И мы вынуждены вниз тянуть из-за этого. Они к ним относятся? Не знаю. Ну а тут нет, еще, она и не нужна, натягивайте и все. Вот заходят тут по одной. Мы так и делаем. Натягиваем. Все, наклоним. Все, палка, видите, тут упала. Вот ее нету, палки. Видите, она нету. Забивайте, вот забивайте трактор. Потому ну они не нужны, все маленько подтягивает ее. Так, помогите ему забить. Забивайте. Вот так. Пошел. Вот теперь она будет у него. Все, давайте. О! Теперь веревку поднимите маленечко, и все как раз будет. Вот посмотрите, как он делает. На полную и наклонил на все. Теперь его не вырвет. Братья, посмотрите, как они делают. Какой наклон надо делать? На полную длину, иначе вас вырвет. Ну тут уже замотали, никуда не денется. Не, можно размотать. Вот сюда отводите, по прямой. Сюда? Да, сюда. Вон она показывает куда. Вот она, вот она. Вот она показывает. Смотри на хребет. Угу. Все. Вот здесь вот где-то забейте подальше. Наклон сильный дайте. Вот тесты проходили. Палатку тянут, она поднимается. Наклони, сильнее наклони. Александр, сильнее наклони. Он как вот здесь вот, глянь. Вот так. Да нет, нет, в воде ничего не надо. Мы сейчас завяжем. А там батюшки пирс выправили. Батюшка, просто когда... батюшка там рыбу ловит. Батюшка, он вот здесь стоит, и это вот ему подспорило. Вот он. Вот арочку бы такую, там у него караси в клетке сидят, он их кормит, они растут. Да, да, и все, и вот так поперечиной. Чуть прокрутил и все. Харам. А то нет общины. А кто работает? Общины нету. Богохульники. Касается духовных предметов, ничего не имея, кроме страшной ненависти, свирепости. В это время работают все, они спят. А здесь нету общины. Вот и все. А кто это ходит? Куда приехали? Общее дело, а не общее там барыжничество. Барыги, они всегда только думают, где бы еще утащить, не работая. Так, туда не надо подходить. Занар, убери ноги. Это опасно, это вода. Ты со своими башмаками сразу на дно пойдешь, как кувалда. Бойся воды. Только со старым, со старшими будьте тогда. Зачем ты это делаешь? Так, а подожди.